Здорово. Здравствуйте, с наступающим вас. Спасибо, вас также. Спасибо большое. Как Куда вы? планируете отметить? Ну как, скромно, в кругу семьи. О, здорово. А что вы спросили? Откуда ты будешь? А, я из Петербурга. А вы? А я из Кропивницкого. Это где? Какая область? Кропивницка. Серьезно, есть такая область? Ну да, за место Кировоградской области стала Кропивницка. А, прикольно, я не знал. Так, а что, ну, общаетесь? Ну, у нас просто, я, не, подожди, я тебе на следующий, ну, на предыдущий вопрос отвечу. Почему так скромно в кругу семьи? Потому что у нас сейчас не до свят, у нас идет в стране война, у нас гибнут люди, мы защищаем свою территорию. Поэтому вы в интернете лопаете на камеру, правильно? Это же самое полезное, что есть во время войны. Ну да, лучше похавать, нормально. Ну, я так и понял. Ну, а что, тебе плохо похавать? Ну, я считаю, во-первых, это не культурно. Во-вторых, если вы говорите, что у вас в стране война, то вы лучше делайте что-то, чтобы чтобы война закончилась. Оговорился смешно, чтобы страна закончилась. Не-не-не, актуально, ну, страна тоже не закончится, страна не закончится. Это, ну, что нам делать? Ну, мы все делаем, чтобы быстрее война закончилась. Лопаете на камеру, например. Ну, помогает? Это ваше мнение, это ваше мнение. Это факт, это уже задокументированный факт. Уже ну, весь интернет об этом будет знать. Ну, и вы не первый такой. У вас тут, ну не знаю, ну не половина, ну, наверное, процентов 20 собеседников такие. Сидят такие, у нас война, у нас война. Я понял тебя. А ты только за Украину. У вас война с продуктами, походу. Подожди, все, я тебя выслушал. Война с продуктами, говорю. У нас? Ну да. Проблемы с продуктами? Война с продуктами у вас идет. Вы побеждаете в этой войне. Ну да, я понял. В другой-то нет, а в этой да. А что у вас половину, больше половина с теми, с кем я общаюсь в чат-рулетке? Или пьяные в сиську, блядь, сидят там? Только что сидит чудачка, 22 года. Это, в принципе, притворяются русскими. А, ну понятно. Мы их вычислили уже, мы их разоблачили. Ты псошные методички такие. Конечно. Смотрите, подождите, вот смотрите, сейчас. Одна штука, пожалуйста, одну штуку скажу. Одну штуку скажу. Из нас двоих я не ем, не пью, интеллигентно разговариваю, вежливо, начал с поздравления, а вы сидите и жрете на камеру. Вы хотите дальше рассуждать по этой теме или нет? Вы вот так сидели. Что, вот это у вас там? Застряло что-то между зубов? Нет, мне зубов нема, я ж это самое. Ну, это, кстати, тоже, это еще процентов 20 таких собеседников с Украины. Потому что ни денег нет, ни стоматоложек нет. Это беда, это беда. У нас же Я вам соболезную. Я тоже тебе соболезную. Ты просто сидишь где, в Петербурге? Где угодно могу сидеть. Ну, сиди в Петербурге. А в чем разница будет, если я буду сидеть, например... Ну, я не знаю, в Пятигорске. Вот. Ну, Эльбрус, потом Пятигорск. Посмотришь разницу. Может, ну, в чем разница? Вот я был в Пятигорске в этом году. В чем разница? В этом, а в Омской области был? Я был в 10 областях я понял других. Тебя. Все, подождите. Короче, фраер, не забивай мне мозг по ушам. Давайте, слушай, давайте, что в Омске не так? Конкретно, что в Омске не так? Рассказывайте. Или балабол, или рассказывайте. Что вам рассказать? Про Омск. Что в Омске не так? Да не хочу я тебе ничего рассказывать, это твоя страна. Живите. Чисто как классика, хотите. Классика, спасибо большое. Пожалуйста. Удачи. Жрун. Жрун и врун.